Двигаемся дальше. 1600 квадратных метров спорта. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Семибратово проинспектировали областные власти. Работы начались в марте этого года. Сейчас уже возведен монолитный фундамент, собран металлический каркас. Этого строительства жители ждали много лет. В местной спортивной школе занимается около 500 ребят. Нового здания давно не хватало. Сдать ФОК, который возводится по программе «Газпром» детям, планируется к осени следующего года. За зиму будут сделаны отделочные работы и все комплектующие, которые необходимы. Инженерная система, вентиляция, кондиционирование. Ждем весны, делаем благоустройство. Летом пусконаладка. И все идет к тому, чтобы завершение было к началу нового учебного сезона. Основное назначение – это спортзал, волейбольная площадка, тренажерные залы. Также оснащено душевыми кабинами, санузлами и всем сопутствующим помещениям.